Саженцы липы, рябины и кусты сирени теперь украшают сквер напротив храма Николая Чудотворца в Ивантеевке. Здесь проходит акция по высадке деревьев, приуроченная к юбилею Великой Победы. В ней принимают участие руководство городского округа, глава Максим Красноцветов и его заместители. В условиях, в тех, в которых мы сейчас находимся, не смогли полноценно отпраздновать День Победы, но тем не менее в узком составе сегодня высадили эти деревья. Я думаю, что они будут символичны, приживутся, порадуют наших жителей. Проведение массовых мероприятий пока остается под запретом. Но когда период карантина кончится, подобную акцию обещают организовать и для жителей города. Нынешняя эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы и в проведение сегодняшнего мероприятия. Озеленяют и благоустраивают территорию сквера с соблюдением всех мер безопасности – в масках и перчатках. Все предметы, которые используются в ходе акции, предварительно продезинфицировали. Сегодня мы высаживали деревья и кустарник. Значит, мы посадим здесь 9 лип и 8 рябин и 85 кустов сирени. Значит, мы сажаем на те места, на которых ранее были деревья, но по каким-то причинам они погибли. То есть мы как бы восстанавливаем рядовую посадку на этом сквере. 2020 год в России объявлен годом памяти и славы. По указу президента стартовала еще одна акция, посвященная 75-летию Великой Победы – «Сад памяти». В ее рамках также планируется высадить деревья – 27 миллионов. Именно столько человек погибли в годы Великой Отечественной войны. Кристина Лушникова, Владимир Безлепкин, Анна Белова. Программа «День за днем».